Всем привет! Наш папа ходил на рынок, скупился. Что он тут нам купил? Какую-то колбаску. Ага, московская колбаска. Цены вам не скажу, не знаю. Придет сейчас дедушка на обед. Будем готовить обед. Такие помидорки. Интересно, какие они на вкус. Такие тверденькие. Или не безвкусные. Так, это у нас что? Скумбрия копченая, рыбка. Будем варить картошечку, мандаринки. Хотел купить тортик, но будем без тортика. Я не хочу сейчас торты есть. Так, это такая копченая грудинка. Пахнет уже. Бонька такую любит. Так, не могу развернуть. Такая копченая грудинка. Порежем на тарелочку. Вот. Красоточка. Аромат. Аромат бомба-ракета. Так, это что? Это батон. Батон. Киев хлеб. Нарезанный киевский. Так, колбасный сыр. О, сыр с ценой 46 гривен. Плавленый колбасный копченый. Так, что еще? Огурчики такие на салатик. Сделаем сейчас с лучком. С маслом виноградной косточки. Капуста. Кислая капуста. Переложить в тарелочку. Бананы. Еще побежал опять. Еще что-то забыл. Пошел опять в магазин. Или на базар. Даже не знаю, где он скупался. Короче, будем обедать. Всем привет. Я говорила или нет? Я уже забыла. Бонита. Взяла, сегодня спала, проснулась и начала облизывать все наволочки. Я так подозреваю, я спала в маске, ну, в такой маске. Она такая питательная, наносится на лицо и как кремоподобная. Ей очень нравятся эти запахи. Запахи, вот этот крем. И она сегодня пооблизывала все подушки. Это я поснимала наволочки, все перестирываю. Вот эта коза вот эта любит облизывать. Спи. Вылезла он на подушках, лежит. Лежи, лежи, ладно. Тютюко маленькое, мое бусинко. Сегодня гулять ходили. Не холодно сегодня было по сравнению вчера. 12 градусов, то сегодня было 5 утром. А пока мы вышли, то было уже 3 градуса мороза. Побегала, да? Это жопка такая, жопка. Дедушка, дедушка пришел, а? Дедушка, давай шапку. Чё ты улыбаешься? Она тебя чё, просто так ждала? Так, шапку, шапку. Всё, побежала. Куда? В Буду. Тащи её в Буду, тащи. Всё. А это кто тут вышел? Кто это тут вышел такой? Всё, пошла. Эта Бонька со мной на кухне сидела. Я ей давала халат, она в нём сидела. Так как Буда в комнате осталась, то я ей кинула халатик. Ну що ж это поїсти? Нема що, голодна кошка. Ладно, з этого корыта поїдім. Голодающе, вот это голодающе. Ох, какая. Кушай, кушай, кушай. Що, Греточка, що хотіла, що хотіла? Що, що? Голодная, голодная. Налоги плачу. Ви платите налоги, а ми платим теж військовий збір. И вы висковый? И я плачу висковый сбор. А где он девается? Я звідки знаю, где он девается. У нас та же самая распечатка, у меня тоже 1,5% висковый сбор. Из пенсионеров берут так и так, до всех. У всех. И с военных берут. Да. Ну, например, то вы проще отдайте и скажите, кто хочет. Например, покупаем месяц два танка, да? По рублю скиньтеся, помните, як на цей на Вєта на Київ Стару то скидали гроші Ющенка жінка? Угу. Скільки поскидували? Я сам, я пам'ятаю, що я рази 4 відправляв по 5 гривень на цей смски, щоб 5 гривень ахнути. На Ахмадєт? Да. І до сих пор стоїть, а там же мільйони. І де гроші? Це ж Ющенко тоді запустив програму цю. Все саме проще, да? Взяли і похрім де вони. А щоб заказу смс-ку відвічали? Так і живемо.
то скільки вони там, ну от те, що забрали, те, що... Ну там же у людей є по 160 і по 200 тисяч рублями. Ну у нас це саме... І що вони будуть все це віддавати? 200 з лишнім... Ні, не 200, 20 з лишнім тисяч рублями. Ну і що вони будуть це віддавати, переводити? Що то таке, та, що мало це саме... А якщо в мене 5 тисяч на книжці, то що, 5 тисяч тільки гривень віддадуть? Да не віддадуть, 50 гривень віддадуть. Макулатура прийшла. Ага. Ягода малинка. Опять снег пошел. Мы идем в гараж разгребать. Я пойду прямо. Идем. После вкусного обеда идем наводить порядок возле гаража. Снежок идет опять. Сейчас не холодно. Сколько градусов? Минус 4? Да. О, классно. Вообще не холодно. Ну, Боньку не брали. Может, уже будем идти с гаража назад, то я ее возьму, опять выгуляю. Пусть чуть побегает, пока нет мороза. И сугробище. Вот. Снега, конечно, навалило. Конкретно у нас. И продолжают идти. Ой, я не успеваю. Как всегда, ой, отстаю. Сейчас будет фитнес. Зарядка. Зарядка для толстячков. Вроде ничего такого и не ела. Желудок, живот и такой как барабан. Что мы там перекусили побыстрячку. У бабушки вчера был день рождения, 13-го. Февраля. Там мы бабушку вспомнили. С дедушкой. Так. Что тут? Тут все расчищено. Нормально вообще. А где на... А, вот. У нас ничего не расчищено. У нас, у соседа. А вот если почистить, будет вот так. Чистенько. Что у меня камера запотела? То что тут чистить? Тут нечего чистить. Сейчас раз, два... И поубираем. Вот какие сугробища. Маха, 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 мамаха. Вот когда будут нормальные лопаты для снега, тогда будет вообще отлично уборка проходить. Смотри, к соседям не набросай. То придется два гаража чистить. Глубже копай. Как эта лопата саперная? Саперной лопатой снег расчищаю. Для заезда велосипеда. Короче, мы решили, пока нет мороза, папа там доубирает снег, а я пойду заберу Боньку, и мы с ней сейчас погуляем. Потому что передают потом морозы, вот такие, ух. Сейчас я ее одену, и мы с ней еще погуляем. Еще не темно, как раз хорошо побегает. Быстро, быстро, папа ждет, давай, шевелись, оп, молодец. Застегиваю, ножку поднимает. Куртку не могу застегнуть одной рукой. Ладно, потом. Давай, давай, шевелись, шевелись. Стоять, стой, стой. Комбинезон где-то застрял. Вот так вот надо потрусить и пожмакать. Стой. Все, иди. Иди, а то папа подумает, где мы пропали. Сейчас уже будет темнеть. Ой, чуть не упала. Тот случай, когда собака одета лучше, чем ты, называется. Иди, Чернобурка. Телеп-телеп. О, сегодня гуляет. Мы уже второй раз сегодня с ней на уличке. А вчера она вообще не могла. Два шага, и все, лапки замерзли. О, я застегнулась, а то прохладно. Ой, ой, хвостик на бочок. Боня, Боня, Боня. Учусь, он такое. Ой, кто это там? Кто там идет? Кто там, Боня? К
Кто там? Кто там идет? Увидела папа уже, увидела. Хвостом терим-терим. Так, так, все надо писюхи перенюхать. Сейчас разочек писнет и пойдем. Давай, давай. Коза дереза. Чудище лесное. Сосны в лесу, говорю, в снегу. Дом наш весь тоже в снегу. Кого там увидела? Разогнались, я за вами не успеваю. И что там? Что-то вкусное нашла. Вот этот кот, который на нас нападает. Конечно, Боня с папой идет. Смотрите, смотрите. Видите, видите? А. Типа не за нами. Он такой хитрый. Он вот сидит как охотник, а потом нападает просто. Так, собачка какая-то бежит. И что вы думаете, куда он бежит? Ты за кем? А, мимо. Повезло. Там вот эти две собаки, они такие злющие. Хозяин тоже какой-то неадекватный. Писец. Капец. Это капец писец. Ой, ты моя сладенькая. Ой, так бежал. Вот молодец. Трепыхалчик такой, трепыхалчик. Все, нагулялись, уже на ручках идут домой. Что, дочь несешь? Жалко? Все, дочь поехала на ручках. Может, мать подождете? Алло. Я ж не такая моторная, как вы. Баниточка, у тебя моя бусинка такая. Кстати, телефон твой дома. Артем только что звонил. Козюлькина. Это я ее фоткала. Говорю, остановитесь на 2 секунды. Боже, мы в снегу, кошмар. У меня уже ботинки насквозь мокрые. Сейчас будем сушиться. Все. Воскресная прогулка удалась. Грейся. Ой, боже, ой, ой. Да, стандартная процедура. Почухмариться на паласе. Вот так, ой, ой. Ой. Почухать пузика. Ой, боже. Страшное дело. Я еще не разделась. Ой, ой.